Всем привет, с вами Артур, и сегодня в ремонте мой автомобиль. Я его купил недавно. Volkswagen Tiguan. Ремонт переда. Разбираю передок. После разборки я вытяну верхнюю часть лонжерона. На нем есть VIN-номер, его нельзя повредить. Итак, начнем. Больше тянуть не могу, металл рвется, придется вырезать кусок. Измеряю диагонали и другие размеры. Теперь отравняю вырезанный кусок. Теперь я измеряю высоту. Если все ровненько, свалю все обратно. Не одинаково. Правая сторона немного ниже. Подниму ее. Теперь высота одинаковая, могу сваривать все обратно.
Этим местом я закончил, крашу его. Устанавливаю крыло, капот, фары. Выравниваю зазоры. Итак, работа с металлом закончена, отдаю машину на покраску. Через несколько дней машина вернулась с покрасочного цеха. Итак, последний этап, собираю автомобиль. Но перед сборкой обклеил салон шумоизоляции. Вот и все, моя машина отремонтирована. Весь ремонт занял 2 недели. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!